Без опозданий, как и обещал, в 17 часов 17 минут на сцене концертного зала «Туркестан» появился артист, которого с нетерпением ждут везде. Сосо Павлиашвили начал свой концерт с песни про дружбу между Казахстаном и Россией. Хит «Астана, Москва» зрители встретили бурными овациями. Известный певец во время концерта представил шымкентским зрителям свою новую песню под названием «Новый день». К слову, Сосо исполнил ее впервые на шымкентской сцене. Артист не только пел, он делился со зрителями своими мыслями о родине, о любви и о том, для кого он поет. Уже почти 30 лет стою перед тобой, с разорванным сердцем и распахнутой душой, и благодарен Божьему за это наслаждение. Ты для меня главная нация на земле, которая называется «Хороший человек». Во время исполнения известного хита «Помолимся за родителей» в зале царила тишина, многие зрители не сдержали слез, а после исполнения песни весь зал аплодировал артисту стоя. Помолимся за родителей, за всех живых и небожителей, и в час, когда станет холода, их лучшие свечами согреют. Меня здесь понимают, потому что здесь также гордятся своей страной, своей же историей, своим президентом, своим отношением к жизни. Это самое главное. Вещи и больше ничего нет. Все зарождается в своей семье, потом выходит на своей улице, потом свой город, и потом своя страна. И перед Богом мы должны свою миссию выполнить, каждый из нас, кто чем не занимался. В завершении концерта, уступая просьбам зала, Сосо исполнил на бис песню «Ждет тебя, грузин». И весь зал танцевал вместе с грузином, которого ждут везде, артистом Сосо Павлиашвили. Шудин Саидов, Эльдар Жунусханов, Диншат Адашев, информационная служба телекомпании «Утрат».